Я рад всех приветствовать. С вами вновь Александр. И в ассортименте магазина «Мир автокресел» появился такой бренд южнокорейский, как «Дукл». Мне на самом деле бренд понравился. Уже один обзор этого бренда у меня есть на канале. Пройдете, посмотрите по ссылочке снизу в описании. Вот. Мне бренд действительно очень понравился, поэтому я с огромным удовольствием хочу вам рассказать сегодня о очередной модельке. Она называется Дукл Леон Изофикс. Это кресло с рождения до 6-7 лет приблизительно. Особенности этого кресла то, что оно сделано из очень-очень качественных материалов. Оно ощущается премиальным продуктом. Это ничем не уступает немецким, американским креслам абсолютно. Вот. По ощущениям, даже мне больше нравится, чем большинство кресел, в принципе, что я когда-либо щупал. Вот, выполнено все из органического хлопка, здесь все прям, ну, гипоаллергенно, ткань действительно не придраться, идеальная ткань, идеальное качество изготовления, поэтому сегодня мы с вами его изучим, здесь вот все хорошо, кроме одного момента, который я попозже вам покажу. Вот сейчас оно, кстати, стоит как кресло уже перевернуто в первую категорию. С 9 месяцев мы уже вот сидим и, соответственно, едем. Но покажу я вам его с рождения. Начнем с того, как оно устанавливается. Так, смотрите. Уберу пока кресло. В комплект входит база Изофикс. Вот она. Предварительно, естественно, мы ее устанавливаем. Вот, все здесь очень легко регулируется, заезжает, выезжает. Вот, это все элементарно. Также видите упор в пол, тоже в пол его уперли. И, собственно, можно дальше будет ехать. Установили на Изофикс. Берем кресло. Пока ребенок новорожденный, едем против хода движения. Что нам для этого нужно? Здесь вот видите металлические трубки. Соответственно, нам нужно передней попасть вот сюда, соответственно, задняя уже сама защелкнется. Ну, собственно, вот. Устанавливаем вот так против хода движения. Здесь внутри есть вкладыш, который выравнивает спинку ребенка, чтобы поясница у него была более ровная. И вот так мы едем где-то до 9 месяцев. Если хотите дольше ехать, езжайте дольше. Никто этому не препятствует. Поэтому едем, соответственно, растем дальше. И едем исключительно только против хода движения. Кстати, на матрасике используется тоже офигенская ткань, вот эта вся средняя часть тоже из сеточного материала, все дышище, тактильно, вот тут прям хочется ее трогать, действительно, вот ткань просто изумительная, ощущается вещь, вот вещь, как говорится, берешь ее в руки, ты понимаешь, что ты дорогую вещь держишь, а не как некоторые бренды. Вот, собственно, вот так мы едем против хода движения. Вот так, опустив предварительно, конечно же, подголовник, чтобы у нас здесь все было в правильном положении. Вот, против хода движения едем. Ребенок вырастает. Я как раз сразу его разверну. Чтобы отстегнуть, вот смотрите, здесь кнопочка, можно с любой стороны нажать, и вот все, оно отстегнулось. И опять же попадаем вот этими вот металлическими трубочками в пазлы. Так, смотрите. Здесь вот тот минус, о котором я хотел сказать. Здесь установлено две трубки. Это и есть регулировка наклона. Вот косяк в том, что здесь нету кнопочки, чтобы вы раз и раз нажали и отрегулировали. Вы поставили сразу наклон или сразу сидячее положение. Поэтому здесь был бы такой правильный подход, пока ребенок 9-месячный, пока он совсем не подрастет, я бы держал ее все время в наклоненном состоянии. Когда уже ребенок совсем подрос, переводим в сидячее положение, потому что уже особо все равно большие дети не сильно часто спят в машине. Вот, поэтому вот смотрите. Вот так мы сидим, снимаем, на одну перескакиваем. Вот так уже наклон, соответственно. Наклон небольшой, но все же он есть. Вот, соответственно, развернулись по ходу движения. Вот, убираем отсюда вкладыши.
Вот эти. И вот получается, ну этот, естественно, тоже надо убрать для совсем малыша. Ну какие же они приятные, дуреть. Так, ну это ладно, я пока сюда просто сдвину. Или вытащу, давайте лучше. Так. Все, вот так мы едем уже со взрослым ребенком. Регулируем по высоте подголовник, и регулируются ремни, соответственно, тоже вместе с подголовником. Когда ребенок подрастет, ремни демонтируются, и уже ребенок крепится взрослым ремнем. Но это стандартная схема, так везде обычно бывает. Ремни регулируются все одним пальчиком, все очень легко, все очень просто. Накладки на плечевой зоне с прорезиненной обратной стороной, чтобы ребенок ДТП не проскальзывал. В общем, не знаю я, к чему придраться, кроме вот интересной системы наклона в этом кресле. Повторюсь, тактильно ткани изумительные. Здесь тоже сеточка. С летом будет хорошая циркуляция, ребенок не будет преть, потеть. Вот. Кстати, кресло очень безопасное. Вот. Тоже имеет европейскую сертификацию. Вот это вот 4404. Получила награды, кучу наград на своих южнокорейских площадках. Вот. Поэтому с безопасностью здесь все отлично. По ссылке пройдите на Мир Автокресел сайт, там увидите, о чем я говорю. Вот, собственно, по большому счету добавить мне больше нечего. Все, что хотел рассказать по креслу, я рассказал. Подытожу, повторюсь. Кресло сделано на высшем уровне, кроме вот системы наклона. К ней стоит просто привыкнуть. Ей можно это простить за ее качество материалов, качество изготовления. С этим реально можно жить. Вы не будете каждый день это вот наклонять. Так никто не делает, по факту. Вот, поэтому это как бы большущим минусом назвать не могу. Но за качество огромный плюс. Изумительная ткань, шикарная посадка. Мы уже мерили сюда детей разных возрастов. Что рожденный, что трехлетний, сидят прекрасно. Вот, поэтому к покупке, хотя бы к детальному рассмотрению, я это кресло действительно рекомендую обратить на него внимание. Мне оно зашло, очень понравилось. Поэтому, как бы, у меня у самого есть ребенок, и я, как бы, плохого не пожелаю, по большому счету. Это действительно интересная моделька, которая достойна внимания. Поэтому очень на нее рекомендую обратить свое внимание при выборе кресла. Выбор, естественно, как всегда, за вами, но включите в список обязательно. И большое спасибо Миру Автокресел за то, что предоставили на обзор нам Дуккл. Это кресло интересное. Вот. Если было полезно, интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего маленького ребеночка. Всего доброго!